Итак, синим углу октагона боец весовой категории 61 килограмм, роста 76 сантиметров, ему 20 лет. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Бойцовский клуб «Карасу», тренер Рашид Аманкулов. Боевой псевдоним «Ягуар». Амаша Максады! И его соперник, боец весовой категории 61 килограмм, рост 76 сантиметров, ему 24 года. Он является кандидатом мастера спорта по ММА, чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Представляет бойцовский клуб Ахмадали Тим. Умарджанов Адильбек! Бойцы на середину. Таминдаров Эрик, Казахстан. Итак, об этом бою. В первом раунде за 1 минуту 59 секунд болевым приемом на руку победа держал Умарджанов Адильбек.